spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена линейка воблеров Volt XS. Производит их известная многим спиннингистам компания Касадака. Серия состоит из двух моделей, предназначенных для ловли на неглубоких участках водоема. Они имеют как внешнюю схожесть, так и различия в некоторых характеристиках. Давайте поближе их рассмотрим. Volt XS относится к классу Minnow. Тело удлиненное, прогонистое. Со стороны брюшка корпус практически прямой. А вот на спинке идет плавное расширение ближе к середине, а затем сужение в сторону хвоста. Спереди мы видим крепежную петлю с заводным кольцом. Далее расположена слегка удлиненная лопатка с маленькой округлой выемкой ближе к концу лопасти. Степень плавучести обоих воблеров заявлена как положительная. Эта характеристика поможет рыболову сделать проводку по более мелководным участкам, давая приманке всплывать практически полностью. Модификация размером 70 мм имеет массу 6,1 грамма. Рабочий горизонт находится в пределах от 30 до 80 см. Более крупный Minnow при длине 85 мм весит 9,1 грамма. Он способен заглубиться от 50 см до 1,2 метра. Для выбора необходимой приманки компания Касадака предлагает широкий спектр осветок. В линейке присутствуют темные варианты для солнечного дня и более светлые для условий со слабой освещенностью. Имеются кислотные, а также те, которые светятся в ультрафиолете. Они обозначаются стикером Color UV Reflect. Для оснащения применяются два тройника из прочной проволоки. Они имеют хорошую заточку и без проблем просекают рыбу. Бородки небольшого размера, но не позволяющие трофею сорваться во время вываживания. В данной серии применяется магнитная система дальнего заброса. Вначале цилиндрический груз по продольному каналу перемещается ближе к хвосту, а затем возвращается обратно и фиксируется в рабочем состоянии. Еще в головной части расположен небольшой металлический шарик, который не имеет жесткой фиксации и во время проводки издает достаточно громкий звук. Для анимации Volt XS подойдут различные приемы. Если применять равномерку или stop and go, то воблер демонстрирует активный ролик и сверкает боками. При рывках различной силы он способен показывать хаотичную игру. Использовать этот Minnow можно для поиска щуки или окуня, во время охоты за жерехом или при ночной ловле судака. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.